Михайло-Архангельский Харлампиевский храм совместно с отделом просвещения Иркутской епархии проводит пятые молодежные просветительские харлампиевские чтения. К участию в чтениях приглашаются учащиеся первых 11 классов общеобразовательных школ, студенты колледжей и вузов, воспитанники воскресных школ и других учебных заведений. Направление проектных и исследовательских работ. Православная миссия, история и современность. Православие в истории или история православия. Православное краеведение. Православие и общество. Православие и словесность. Православие и культура. Чтения состоятся 19 февраля в дистанционном формате и 20 февраля в очном формате. Срок приема заявок до 13 февраля включительно. Подробнее о конкурсе смотрите на сайте Иркутской епархии.